Давайте сьогодні ми аналізуємо головне цілі напружених поєдинків. Компания B1 Box Promotion организовала такой турнир для ребят, которые хотят переходить в профессиональный бокс. Конечно, таких форматов надо делать больше, потому что ребятам нужно где-то выступать, раскрываться. Поэтому это очень круто, что появился такой турнир, такого на таком еще высоком уровне. Мы хотим видеть молодых ребят, которые начинают свою карьеру в ринге, чтобы они показывали свои умения, показывали свое мастерство. Круто, что теперь ще більше з'являється шансів пацанів бачити майбутнє якесь. Все бои классные, ни одного не было такого пассивного боя, все интересные, зрелищные. Количество раундов небольшое, 4, поэтому не стоит себя жалеть и нужно начинать работать с первого раунда. Честно, очень неплохой бокс пока, мне очень нравится, правда. Каждый бой дается каждому из спортсменов с большим трудом, и они показывают просто неимоверные результаты. Это то, чего мы ждем, Boxing Jungle, то, чего мы ждем от наших дебютантов и от боксеров, которые уже есть в нашей команде и будут продвигаться дальше. Турнир организован на очень высоком уровне. Действительно, очень большое количество людей пришли сегодня посмотреть. Це зроблено на рівні, постійно тримає глядача, як кажуть, у напрузі. Лазери сподобались. Ну, найголовніше – це спорт. Те, що відбувається на ринці, дуже круто. Атмосфера вау. Атмосфера вау, как сказал один спортсмен. Чем меньше перчатки, тем круче эмоции. И достаточно уютно, несмотря на то, что тут происходят бои, но атмосфера вокруг очень приятная, уютная. Большой респект компании B1.